На 11,5% впаде економіка України до кінця цього року. Такий невтішний прогноз НБУ. За даними регулятора, протягом останнього кварталу темпи зростання ВВП прискорилися на 1%, однак цього недостатньо. Чи далеко ще будемо падати, та які причини зниження прогнозів НБУ, нам розкаже Сергій Буханець, економічний експерт. Пане Сергію, вітаю вас. Здравствуйте. Власне, які причини погіршення прогнозу Національного банку України, на вашу думку? Дело в том, что ничего не говорит о том, что должно стать лучше. Для начала, в начале года все прогнозы строились на ожиданиях того, что произойдут реформы, и впоследствии произойдут, конечно же, эти реформы, их влияние на экономику. Как мы понимаем, показатель ВВП является производным показателям для макроэкономики, которые основываются все-таки на микроэкономических показателях. И, к сожалению, в микроэкономике, в реальном секторе экономики, который производит этот ВВП, у нас ничего не произошло, что дало бы возможности с оптимизмом смотреть на будущее. Поэтому, анализируя те тенденции, которые на сегодняшний день существуют в микроэкономике, в реальном бизнесе и в тех местах, где этот валовый национальный продукт и валовый внутренний продукт производится, говорить о том, что стало лучше, не приходится. Ты даже не допрацювало. В каких галузях, зокрема? Во-первых, для бизнеса такая же сложность в осуществлении операционной деятельности, как и раньше, даже хуже. Это первое, конечно же, коррупция. Второе, отсутствие каких-либо налоговых льгот или послаблений, несмотря на то, что предполагается принятие новых показателей налогов и налоговая реформа, так называемая, но она ничего не реформирует, и большинство скептически относится к предстоящему закону, потому что, к сожалению, те реформы, которые заявлены, они не происходят. У нас происходит просто корректировка существующей системы, а не полное ее реформирование. Конечно же, бизнес, несмотря на то, что Нацбанк задекларировал о том, что есть показатели улучшения бизнес-ожиданий либо потребительских настроений, это, скорее всего, сезонное, связано с тем, что люди просто вошли в новый бизнес-сезон после отдыха и немножечко увеличилась деловая активность. Но говорить о системном изменении ситуации в экономике не приходится. На вашу думку, чи відіграло роль те, що відклали питання з продажем майна державного, з приватизацією частини підприємств? Чи це повпливало на показник наш? Конечно же, это повлияло на показатели, за которыми наблюдал Международный валютный фонд, внешние инвесторы, за доходами бюджета. Уже предполагается, что тех сумм, которые закладывались в бюджет, в доходную часть, уже не получит государство. Это повлияло. Но все-таки я хочу вернуться. Мы больше сейчас сконцентрированы, наше правительство, на геополитике, на макроэкономике, не забывая о том, что все-таки происходит на местах. Знаете, есть такая притча, которую говорил царь Соломон, что много хлеба бывает на ниве и у бедных, но все гибнет от беспорядка. Поэтому какое бы, проведу параллель, какое бы количество внешних заимствований, кредитов, послаблений мы не получили, какое отношение доброе мы не создали себе снаружи, но если мы все это приобретем, а внутри мы неправильно это распределяем, неправильно направляем, и все это уходит в песок, то никакой пользы оно не приходит. Можно говорить о том, примере, когда бедный человек выигрывает в лотерею миллионы, через два года он снова становится бедным. На вашу думку, чи не занижений зараз штучно прогноз НБУ для того, аби на кінець року показати, що все ж таки не так сильно впали? Вы знаете, возможно, этот прогноз даже завышенный. По той причине, что ну, цыплят по осени считают, но тем не менее говорить о том, что что-то станет лучше до конца года, осталось всего лишь 3 месяца до конца года с небольшим. Поэтому я думаю, что прогноз будет еще пересмотрен, точнее факт покажет еще худшее состояние экономики. Например, в июне Министерство экономразвития говорила о том, что теневой бизнес составляет в Украине там, порядка 45-50%. По моим наблюдениям и по общению с реальными предпринимателями этот объем составляет около 80%. Поэтому говорить о том, что те цифры, которые преподают, дают нам правительство, те статистические данные, они не отражают объективной ситуации экономики.
Тобто може бути нижче 11,5%, на вашу думку. Але ж, ну, якби в статистику входять ті цифри, які має Національний банк, там, грубо кажучи, да? І по статистиці, можливо, якраз ситуація не така погана. Ми можемо об этом, ну, висказувати своє мнение, но время покажет. По крайней мере, у меня такие ожидания. Наскільки, на вашу думку, тоді впадає економіка і зважаючи на які фактори ви можете говорити? Ну, факторы я назвал. Это отсутствие надежды или уверенности, что что-то приведет к тому, что стало лучше. Хотя предпринимаются какие-то действия, но вряд ли они будут реализованы до конца этого года. Если мы говорим об динамике спада экономики или там уменьшения этой динамики, то я думаю, что эта динамика, ну, как минимум, изменится прогноз еще там на порядка 3% в худшую сторону. Тобто до 14,5 нижче? Возможно. На вашу думку, чи це означає, що ми матимемо якийсь відкладений ефект реформ, що реформи, котрі заплановані були на цей рік, значною мірою про них багато говорили, водночас значною мірою на кінець року багато з них починають діяти, частину з них якби голосують у парламенті, відповідно, залишається якесь сподівання, що все ж таки в наступному році ми побачимо хоча б якийсь ефект тих коректур, про які ви говорили. Надіжда вмирає останній. Це правда, так і есть. И наглядный тому пример – недавно введенные санкции против России. Мы здесь можем говорить об исполнительской дисциплине той власти, которая сегодня находится. У нас есть лидеры, стратеги, которые готовы вносить изменения. Они видят, как это нужно сделать. Но существует бюрократическая машина, которая эти воплощает изменения в жизнь. И, например, вот с этими санкциями еще более чем год назад премьер-министр подписал указ о том, чтобы были подготовлены эти санкции. Подписал документ, где четко поставил задачу. К сожалению, она выполнилась только через год. И то благодаря тому только, что правительство не поменяли. Если бы изменился премьер-министр, никто бы не посчитал нужным исполнять указы попередников. Поэтому здесь речь идет все-таки о необходимости существенного реформирования исполнительной власти и той бюрократической машины, которая тормозит эти реформы, а другими словами саботирует. Потому что идеи есть, планы есть, они, возможно, перспективные, но у людей просто не хватит терпения ждать, пока бюрократы все-таки разродятся и выполнят то, что решили наши руководители. Ситуация сейчас такая, что главными там драйверами, напевно, реформ залишаются международные кредиторы, которые подсказывают, что нужно изменить для того, чтобы мы отримали гроши, зокрема. И от реформы, если выполняются не через то, что там кто-то залишается при своем кресле, то они выполняются через те, що хтось хоче отримати ці гроші. На вашу думку, ті реформи, які продиктовані, зокрема, кредиторами, вони будуть виконані? І чи принесуть вони результати для економіки країни, чи вони дадуть ефект в вигляді просто траншів? Ну, в одном из предыдущих выпусков нашей программы мы с вами говорили о том, что благодаря МВФ мы получаем волшебный пендель, который позволяет нам таки начинать что-то делать. И если бы не вот необходимость в внешнем кредитовании, не было необходимости в восполнении бюджетного недостатка, то мы бы еще очень долго занимались теми изменениями, которым нас подталкивает МВФ. Нельзя сказать, что все, что предлагает делать МВФ, это правильно и целесообразно в нашем положении. Но, тем не менее, мы делаем хоть что-то благодаря тому мотиватору, который у нас существует, тому рычагу. Если вы не сделаете, вы не получите денег. И посмотрите, больше всего и активнее всего у нас происходит как раз вопрос финансирования бюджета. То есть те реформы, которые влияют на получение нашего транша, они происходят динамичнее всего и активнее всего. Если бы нас точно так же мотивировало что-то в положении боевых действий на Востоке, либо в микроэкономике, как мы сказали, либо еще в каких-то направлениях, то мы бы там тоже двигались быстрее. Но вот показательно указ премьер-министра год назад, и только сейчас этот документ исполнен, это говорит о том, что не было действительной мотивации. Чи є надія, хоча ви кажете, що вона помирає останньою, що в наступному році наше ВВП буде падати менше, ніж хоча б на 10%, что 5% будут падение? Конечно. В любом случае бизнес адаптируется к ситуации. Кроме того, есть существенные
подвижки и в отношениях с нашими международными, скажем так, торговыми направлениями. То есть там, где сейчас, насколько вот я знаю ситуацию из Министерства экономического развития и торговли, то там, где сейчас у нас происходит улучшение торговых отношений, есть надежда на то, что это будет развивать и влиять существенно на экономику Украины. Есть планы, есть определенная степень продвижения в этих планах, поэтому это, конечно же, дает надежду, что это изменится. И, на мой взгляд, говорить о том, что все будет плохо, это не очень благодарная такая деятельность, но и надеяться на лучшее, как я и сказал, надежда умирает последним. Если надежда умерла, человек умер, либо государство умерло. Поэтому до тех пор, пока мы живы, мы будем надеяться и мы будем стремиться к лучшему. Дякую вам дуже за цю розмову. Про темпи падіння ВВП України ми говорили з Сергієм Буханцем, економічним експертом. Лишайтеся з першим діловим та будьте першими.